Итак, друзья мои, масляная живопись начинается непосредственно с масляных красок и с палитры. Вот, я сейчас готовлю палитру для для своей картины будущей, да? Вот, ну, палитра, к сожалению, у меня местами подсохшая, что не есть хорошо. Вот, ну, в общем, основную там краски очищены, и я новые красочки выдавливаю значит палитры если вы посмотрите палитры художников они у всех разные разные формы у меня вот палитра такой прямоугольной формы она из, из этюдника большого вот бывают такие полукруглые бывают у некоторых вообще там чуть ли не метр квадратный палитра кто пишет большие холсты мастихином и так далее в общем то большая палитра это здорово вот, наверное, действительно надо будет купить. Ну, не обязательно покупать. Палитру можно, в общем-то, самому выпилить, пролачить ее, чтобы она не впитывала. Вот эта вот досочка, такая небольшая фанерочка. Вот, бывают пластиковые палитры. В принципе, можно даже стекло для палитры использовать. Ну, понятное дело, что носить вы его не будете. Но если она у вас где-то стационарная в мастерской, то вполне себе можно использовать. Масляные красочки. Какие-то у меня есть красочки сравнительно новенькие, например, вот мастер-класс. Вот, ну сейчас у меня палитра такая, у меня вот такой вот стоит такие розы, поэтому, соответственно, цвет цвета у меня будут много синих, вот такие вот, ой, запачкалась. такие интенсивные розовые. Кстати, вот этот интенсивный розовый не было в палитре российской, я вот такой вот нашла китайскую, китайскую такую краску Ф Феникс, да? Феникс, пин... то что не знаю, как она называется правильно. Так, наводится. Вот. Ну, вот интенсивные цвета. Насколько они кроющие, светостойкие, сказать точно не могу. Но краски у них такие достаточно есть интенсивные. Вот. Иногда белила я покупаю вот в таких больших тю тюбах. Это английская. Уинсер и Ньютон, ну такая достаточно известная, вот титановые есть, uh, цинковые есть, uh, различные белила. Вот. Также есть у меня красочки сравнительно древние, которым там уже может быть, больше 10-20 лет вот такого плана в свинцовых тюбиках. Это еще краски советского производства, краплаки и так далее. В принципе, они неплохо сохраняются. То есть эти краски я сама покупала лет, наверное, больше 25 лет назад. Вот, зарабатывала денежки на картинах и вкладывала их в краски. Вот, и поэтому некоторые краски живы пока, слава богу. Вот, ну и потихонечку тоже подкупаю какие-то импортные пробы. Вот, например, попробовал я вот а, такой фирмы, Таланс, по-моему, они называются, как они называются, Royal Talents, да. Вот, они в больших тюбах. А, немножко у меня сложилось впечатление, что в них чересчур много масла. Может быть, надо это масло слегка откуда-то скачивать, как говорится, выдавливать, чтобы это масло уходило. Очень много масла. Но, с другой стороны, они, наверное, будут таким образом дольше храниться, эти краски. И, соответственно, вот эти тубы могут лежать гораздо более длительное время. Ну, вот для сравнения, вот это вот стандартная российская, да, а это вот туба... Royal Talents, так слушайте, а кто их производит кто их производит нидерланды угу. так нидерланды окей вот а какого это класса не могу сказать вот точно какого это так скажем не качество ну, вот, светостойкость так вроде бы у них есть но какого это уровня они сравнительно ну вот я покупала они мне показали сравнительно бюджетными красками, вот, и белила такие же были бы. Ну, вроде бы так они в работе себя показывают хорошо. Вот, вообще красок у меня достаточно много. Вот, различные, они различные. Я потихонечку покупаю разных фирм. Вот, ну, сейчас я такие большой обзор делать не буду, наверное, нет смысла, да. Вот, ну, относительно палитра вернусь. Значит, у меня принцип такой, вот здесь белило, правый угол, далее пошли теплые, вот тут у меня, например, желтые, здесь может быть какой-то краплак появится, еще что-то, вот, а далее перпендикулярно, вот, пойдет направление голубых, фиолетовых и зеленых, вот, вот такой. Так, у меня такое расположение. Ну, если бы а, круглая, вот под углом. Вот. И вот здесь вот есть вот дырочка, и сюда будет ставиться масленочка. Вот. Ну, соответственно, вот здесь будет делать замес. Вот, а, холст у меня довольно большой, палитра, в принципе, не очень большая. Ну, постараемся справиться. Вот. Постараемся справиться. Ну, кратко. Вот сейчас буду начинать. Значит, писать я буду на а, пенине который без запаха, а значит покажу. Вот это вот финский такой есть без запаха. По фински не знаю, как это переводится. Вот, ну я так понимаю, что это вот очищенный пенен без запаха, который, ну, вот я купила его терпать, как-то у них так. Раньше название было терпантин какой-то, да? Вот, есть такие же аналоги, российские. Вот, может быть, немножко добавлю лак. Вот у меня домарный лак. А я вот не помню, он для покровных работ или как живописный тоже подойдет? Не помню. Вот покровным, э, покровным, с покровным лаком лучше его, конечно, в конце... Технологию сейчас вот знала, а сейчас что-то забыл он все-таки. Так, предназначен для масляной. Так, это мы в курсе. Мужественных работ, покрытия, законченных произведений. Дома... А, так, для разведения. Так, все-таки домарный лак больше покрывной. Ну, чуть-чуть можно писать на тройнике. На самом деле, на чем вы пишете живопись, зависит от того, еще какой у вас холст. Если грунт тянущий, то можно и с маслом, и с лаком, такой более сложный тройник иметь, двойник. Вот. Если грунт не тянущий, а я сейчас буду писать по холсту старому, где когда-то уже писалась работа. Вот, уголок покажу. Вот, не буду показывать целиком, но вот это была когда-то обнаженная модель, учебная работа старая. Вот, я его пошкурила, этот холст, и собираюсь поверх него писать. Насколько это технологично? Ну, в принципе, есть такая практика. Любой профессиональный художник вам скажет, что да, иногда вот по холсту, по-старому можно писать. А так, например, любил писать по таким уже старым каким-то неудавшимся холстам или, ну, мало ли, там какие-то эскизы были в рубль. Вот. И если писать с небольшими лессировками, то сразу создается такой сложный фон, из-под под которого уже будет что-то выглядывать. Да? То есть картина, которая была ранее, предыдущая, будет как-то взаимодействовать с пятнами композиций с новой работой, которая вновь будет появляться Появляться. иногда вот эти световые пятна световую гамму а, можно интересно как-то использовать вот то есть не, не стоит даже не ставить задачу вот вообще уничтожить старую работу полностью новую создать то есть иногда можно вводить какие-то элементы и пускай там что-то загадки какие-то выглядывают такие интересные ну посмотрим посмотрим останется ли коллег девушки, которая вот здесь вот есть, обнаженная модель, или она все-таки исчезнет, или будет слегка загадочно выглядывать. Посмотрим. Эту композицию надо еще обдумать. Вот. Но в чем особенность? Обязательно надо старые холсты шкурить, потому что они уже высохли, если им уже не, не, не один год они стоят. И чтобы краска потом все-таки как-то сцеплялась вот свежая краска, поскольку, поскольку вот на старых холстах тут писались явно вон с лессировками, с лаками. То есть, чтобы новая краска со временем не отлетала бы, а, то обязательно, конечно, надо хорошо-хорошо прошкурить, чтобы хоть какое-то сцепление потом происходило. Потому что иначе, конечно, а, слой красочный может отслаиваться. Так, ну, начинаем работу.